казалось, такая, извините, крутая спортсменка, призерка Олимпийских игр, была обласкана. То есть, ну, развился такой, звездная болезнь, я бы сказал, всего. И попалась, ну, на мякине провели, будем так говорить. Вот как она это осознает? А хорошение о том, что приговор есть, решение суда имеется. Интерпол и международный розыск еще никто не отменял. И в любой момент можно этот человек настигнет его наказание. Кроме того, мы видим, что сейчас действительно тоже начали применяться практика лишения гражданства лиц, которые задействованы в экстремистской деятельности, да, и по решению суда признаны виновными. У них встает вопрос вообще легализации в тех странах, в которых они находятся. На данный момент они въехали и находятся в своих странах, Литве, там, Польше, Германии, на основании того, что, как бы они ни ругали нашу страну, а то, что они имеют отношение к республике Беларусь.